Помещение нежилое, на первом этаже, с отдельным входом с улицы. Общая площадь 80 квадратных метров. С хорошим большим торговым залом. Зал 65 квадратных метров. Большое витринное окно. Ступеньки очень низкие, то есть там буквально полторы ступеньки. Никаких пандусов, ничего не нужно. Обновленный ремонт, здесь новый потолок, новые осветители, ледовские, энергосберегающие, свежекрашенные помещения. Два кондиционера вот в зале, в торговом, видеокамеры. Подсобное помещение. Здесь тоже оборудовано кондиционером. Сигнализация, видео. Есть окно разгрузки. Его же можно указывать как запасной выход при необходимости. Помещение находится на пересечении улиц Слонова и Железнодорожная. Тот санузел. Помещение.